бушует, как волны в море, всюду слезы и всюду горе, сердце тревожно. И любовь ко святой отчизне пронести через бури жизни очень сложно. Но звучит голос неба нежный, вот стоит островок надежды, взгляд прохожий. Это Бог нам дает спасение, приглашает и ждет с терпением Дом Божий. Дорожите общением, люди, не всегда в этом мире так будет. Мне осталось совсем немного. Дорожите общением с Богом. В Доме Божьем открыты двери тем, кто верит и кто не верит. Святой ныне бьет тревогу, дорожите общение с Богом. Божья милость небес конечна, ждать Спаситель не будет вечно, мир безбожный. Возвращает души в Дом Божий. Дорожите общением, люди, не всегда в этом мире так будет. Мне осталось совсем немного. Дорожите общением с Богом. В Доме Божьем открыты двери тем, кто верит и кто не верит. Дух Святой ныне бьет тревогу, дорожите общение с Богом. Иисус ждет с любовью вечной, Церковь Божья не будь беспечной, час тревожный. Если верный Христу не станет, то же будет Иисуса в славе. О, кто же? Где во имя Его есть люди, там и Бог своим духом будет, что есть дороже. Не живи в суете небрежной, оцени островок надежды, Дом Божий. Дорожите общением, люди, не всегда в этом мире так будет. Мне осталось совсем немного. Дорожите общением с Богом. В Доме Божьем открыты двери тем, кто верит и кто не верит. Дух Святой ныне бьет тревогу. Дорожите общением с Богом. Дорожите общением, люди. Не всегда в этом мире так будет. Мне осталось совсем немного. Дорожите общением с Богом. В Доме Божьем открыты двери.